Гостей встречали еще в фойе. Там посетители могли отведать национальные блюда и познакомиться с культурой Молдовы. Мерцешор очень популярен и любим в этой стране. Но почему он так называется и как зародился этот праздник? Уже стала добрая традиция, что Мерцешор весну Молдавии встречает праздником национальный Мерцешор. Это наш молдавский бренд. Эта старая традиция родилась от старинной легенды о молодом юноше, который победил злую зиму. И когда он дрался зимой, его теплая кровь упала на снег, и снег растаял, и расцвели красивые белые цветы. Так и появился один из главных символов этого праздника – мерцешорка. Такой сувенир мог сделать себе любой желающий. По легенде, он приносит удачу и исполняет желание, если его загадали, когда создавали мерцешорку. Символ женщины и мужчины. Мерцешор в нашем городе оказался настолько популярен, что концертный зал Центра национальных культур не смог вместить всех желающих. Концерт замечательный, очень весело, празднично, позитивно. Тем более сейчас в наше время это так необходимо, чтобы люди хоть немножко радовали себя и других. Спасибо за этот концерт. На мероприятии выступали наши творческие коллективы и некоторые гости из соседних городов. Для зрителей пели и говорили на молдавском языке, показывали национальные танцы и красоты этой страны. Илья Коваленко, телеканал «Самотлор».